И добрый вечер, уважаемые зрители, с вами Сервал, и добро пожаловать на мой стрим по Дисгайе. А нет, все-таки лучше штору закрыть, а то с освещением беда. Да. В общем, всем привет, начинаем. Добрый вечер, рад видеть. Прошу прощения за эту небольшую задержку, у меня тут нужно было уладить кое-какие проблемы. Ну, сейчас вроде все в порядке, поэтому можем вполне себе спокойно начинать. Так. Оба-на, а что-то у меня бандикам работает. Здрасте, приехали. Бандикам мне сейчас не нужен, спасибо большое. Окей. Бывает. Ладно, сейчас разберемся. В темноте не сидеть, все-таки свет я включу. Сниму освещение, на моей мордашке будет получше. А то не дело это так оставлять. Так, хорошо, значит, остановились на размастерах. Нам еще 600 штук нужно набрать. Это где-то примерно походов... Сколько? Если 75 у нас с одного захода, ну 80, ладно. Где-то получается... 8 заходов, наверное, еще нам нужно будет сделать. Это довольно много, но мы должны справиться вполне себе. Это 8-10 заходов. Ладно, не думаю, что мы все их сегодня сделаем, но в любом случае мы пока попробуем это сделать. И я бы их поставил немножко другой трек сегодня, потому что почему бы и нет. Так, один момент. На, поехали. Привет, Ром, рад тебя видеть. По субботам, как правило, я не стримлю, ты знаешь, но сегодня как-то так сложилось. Действительно. Приятно иметь таких преданных фанатов, это уж точно. Так, начнем с тебя. Я понимаю, что это камень в мой огород, но как бы в фидленте мой пост на стриме, в принципе, отображался, поэтому тут уж я ничего не знаю. А, понятно, не сохранился перед этим. Ладно, неважно. Так вот, сегодня у нас, короче, стрим начался в субботу еще и довольно рано. Как правило, я по субботам не стримлю. Ну, впрочем, решил, что почему бы и нет, раз есть возможность. Так, ну слушайте, первый уровень мне прям очень нравится. Очень в тему. Только гейткипера нет, к сожалению. Нужен ли он нам? Вообще хотелось бы. Привет, Полина, рад тебя видеть. Как у нас удачный народ к началу стрима подтянулся, прям шикарно. Так, с этим разобрались. Теперь мне нужно понять, как мне геосимволы распихать. Их всего 4, у кого no color change? У тебя, что в принципе не страшно. Так, здесь стоит recovery, значит, мы сюда запихнем красный. Или... Не, я знаю, как мы поступим. Сейчас, один момент. Да, есть идея. Угу. Вот так вот. Так, ну подняться они сюда не могут, значит, нам и гейткипер особо не нужен в данной ситуации, чтобы все это реализовать. Так, по XP у нас что-нибудь есть? Да, есть. Значит, что мы определенно берем тебя. И кого-нибудь из вас хотелось бы, конечно.
Вы, кстати, бодренько вы все-таки качаетесь, вроде всего лишь с дополнительных слов в этом ворлде жрете, а хорошо идете. Мне нравится. Прям то, что нужно. Так, ну сюда ты доберешься. А, ну и туда будет, в принципе, возможность забраться. Отлично. Так, еще один ходик ждем и идем дальше тогда. Так, тебя сюда. Тебя сюда. Я не сюда, а сюда. Хорошего, ну, так, особо ничего не расскажу. Кроме того, что у меня просто сегодня появилась возможность постримить. Как правило, в субботу я этого не делаю, потому что у меня бывает куча других дел, которые мешают этому. Ну, сегодня, видишь, повезло. Ну, можно так сказать, во всяком случае. Так, ладно, чайник я вот сюда поставлю. Опа. Это он мне весь стол прожжет. Так, ну, максимальное комбо взяли, правда, почему-то только с трех символов, видимо, один, видимо, как-то я неправильно активировал. Наверное, Нулюфар все-таки активировался раньше, чем синий. Ну, впрочем, не страшно, ладно. У нас даже кто-то выжил, надо же. Так, тобой у нас займется тогда, пожалуй, Этна, потому что... А, вы там все выжили, серьезно. Классно. Ладно, подойдите ближе, тогда что я могу сказать. Подожди, я не понял. Вот почему они подходили, ё-моё. Ну ладно, чё ж тут сделаешь. Это закидывать туда Этну, почему нет. Как-то вот так. И вот так. Я тут подумал, кстати, а не запустить ли мне... Вот так вот. А, да, они у меня опять обторжаться не будут. В общем, это боевые треки, которые использовались в первой, а потом уже и во второй части Trails in the Sky. У меня здесь, к сожалению, не отображается их название, потому что я не настраивал, опять же, теги для них. Я думаю, вы не сильно на меня в обиде за это. Просто эти треки я брал непосредственно из директории игры, естественно, они там нормально не названы, как положено. Сандали Ангела, серьезно? Неплохо, даром, что они мне уже не особо нужны, но тем не менее. Так, Армазмастера мы взяли, один уровень бонусов мы, в принципе, взяли, тоже неплохо. Пойдет, пойдет. Естественно, ни у кого нет Армазмастера, ну, конечно. Но английские сандали, конечно, очень хороши. 300 базовой скорости, еще при этом 3 коуча. Сурово, сурово. Но бесполезно. Так, по бонусам, наверное, мы здесь ничего сделать не сможем. Три зоны, три символа, но оно все так плохо накидано, что к черту. А, все равно сюда не пройдете. Ну ладно. Или... А, ну понятно, да, действительно. Нет, спасибо. С каких-то пор гидкипер у нас стал двигаться. Или ты у нас не гидкипер был? Ты был не гидкипер, я понял. Ну ладно.
Одного шага не хватает. Я даже знаю, где я мог взять этот шаг дополнительный. Ладно. В данной ситуации это совершенно не критично. Так, по бонусам голяк, я понял. Ему нужен уровень. Тебе нужен уровень. Опять же, это не слишком критично, но если мы тебя успеем довести до 200 уровня чуть пораньше, чем я планирую, то будет здорово. Ага, понятно. Здорово. Ладно, придется инфлон добивать, что тут сделаешь. Вот так вот. А давайте даже вот так. Чего нет? Отлично. Зефлон просто имба. 6600 интеллекта на таком уровне, то забей. Да кого что поднимаешь-то? Ну что ж ты будешь делать? О, как близко гейт. Шикарно. Опять же, с учетом того, что мне уже не нужно здесь собирать никаких специалистов, я могу просто быстренько пробегать по уровням через гейты. Оценил шутку, хорошая. Она не тупенькая, она просто наивная, это немножко разные вещи. Твой вейжен хорошо пойдет. Ладно. Так, кто здесь опаснее? Определенно ты. Хотя... Ой, знаете что? Вот серьезно. Трек на века. Нечисленное число ремейков имеет, как официальных, так и неофициальных. Пожил один из самых известных треков фалькомов. И есть за что. Ну, во всяком случае, я так считаю. Ох, этот как компактненько все расположились. Прям любо-дорого смотреть. Секундочку. Ой, да ладно, вы серьезно, что ли? Камон. Ох ты ж. Ладно, ладно. Как будто у меня был выбор в данной ситуации. Ты еще и выжил? Серьезно? Это что было сейчас? Это как это так было вообще? Забавно. Пожадничал. Называется, решил прокачать немножко больше опыта с противника большего уровня. Классно. Флон уже 190 уровень. Да камон, как она так качается? Это просто жесть. Просто жесть.
Я, конечно, даже знаю почему. Потому что у нее статистичных дофига прав. Да, у нее своих статистичных практически на 80 очков. Да, забавно, забавно. Опять выжил, серьезно. Да, враги здесь суровые. Уже даже Шейд с Лонгинусом здесь их не пробивает с одного удара. Прям даже не знаю, что сказать на это. Не, ну в принципе. А, я не ошибся? Нет, не ошибся. Ну, как бы тебе сказать, у нее сейчас атака самая большая в группе. Если уж она не ваншотает, то про других я вообще молчу. Ну, как бы с ней по урону может сравниться только Панкрок, потому что у нее хитстат 7600. У тебя атака, как бы, а у Шейд атака 8200, ну, то есть это вообще забей. Так, тебя мы будем бить? Да почему бы и нет. Только вот кем... У нас есть что-то на буст дамага? Нет, нету. А есть еще и на буст кстри. На зеленых панелях, да? А кто его дает? Понятно, кто так, такого мы не сможем здесь завалить. А, ну, как бы, если не справится Флон и Панкрок, то... Опа-па, сурово. Ладно, хорошо, беру свои слова назад. Панкрок вполне себе здесь справится. Ему как раз нужна экспа. Ну, я надеюсь, что он справится. То есть, тут, конечно, наверное, буст, но... А, слишком высоко. Ну, допустим, так. Ладно. Сойдет, в принципе. Да, пойдет. Так, пойдет, пойдет. Заберем тогда сейчас вот эту штуку. Так, запомни, 1378. Есть. А тем временем у него заканчиваются вещи, в которые я могу пойти потенциально. Незначительно сильнее. Тогда пофигу, я бы продам просто. По оружию здесь у нас что-нибудь хорошее есть. То, что мне подошло. Желательно самым мастером, конечно. Определенно нет. Если еще раз зайду. Хо-хо-хо-хо, ничего себе мечик.
Забираю, спасибо. Пожалуй, да, он неплох. Очень неплох. Так, ну нам остается только сюда сходить, 36, да, и сюда 41. Не понял. Так, я же музыку ставил в правильном порядке. Что такое? А, все, я понял. Мой косяк бывает. Запамятовал, что он в таком порядке идет. Так, похилимся, конечно же, пока не забыл. Так, ну мы идем сюда, понятное дело. Что-то ничего по эквипу интересует. Наверное, нет. Попробую еще что-нибудь купить из оружия хорошего. У меня, в принципе, деньги на это есть. Можно попробовать поискать что-нибудь приличное. Или неприличное. Тут же кому что больше нравится. Неплохо. В принципе, с топором можно не особо заморачиваться. Мне потом еще выпадет возможность получить очень классный топор. Еще легендарный. Но мне нужен даже не столько топор, сколько армсмастер в нем. А с этим у нас определенные проблемы. Тридцать восьмой, ну... Что ж так слабенько-то? От сороковника бы как-то получить, но, блин... Где и как? Зря я так и надеялся на то, что в этом лолде я смогу найти много вещей с армастерами. Очень зря. Опа-па! Ну, блин, то есть оно все равно бесполезно с точки зрения использования, но с точки зрения армсмастера копье хорошее, я возьму. Определенно возьму. Так, ну, в принципе, могу еще одно оружие купить. А нет, уже не могу, мне денег нет, все, я понял. Ну хорошо, тогда идем в Diabolic Staff. Поехали. О, вот и вторая часть пошла. Тут уже треки пободрее. Как ни странно, боевую музыку второй части Трелс Недека я люблю намного больше, чем в первой части. Совершенно другая атмосфера. Зон маловато. А, мало. Бонус не возьмем нормальный. Да и вещей, собственно говоря, там мало было, тоже неинтересно. Сейчас видишь, что там Змастер, разумеется, как обычно. Нет, просто мастер. Но бонус мы здесь особо не побустим. Спать, блин, хочется что-то. В такое время это не свойственно. Ох, ничего себе здесь символов. А. Вот. Единственное, что меня напрягает, это enemy boost 150%. Хотя на самом деле здесь все напрягает.
Как мне это так сделать-то по-красивому? Да никак. И вещей мало, конечно же. Ах ты ж. Почему нет? Ладно, могу потерять одного вора, в принципе. Сын это не сильно поможет, я так думаю. Ну ладно, посмотрим. Ау. Так, теперь все это отклонировалось, совсем плохо. Так, ну теперь можно попробовать. Я должен это переживать. Да, я тут переживаю. Кое-как, конечно. Правда, страдаю от урона по своим, но... Ладно уж. Ой, серьезно, я не могу здесь пройти? Ё-моё. Ой-о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 й
Господи, помогите, некуда бежать, некуда бежать. Ладно, я знаю, как это сделать. Как ни странно, но мне это поможет. А, нет, стоп, не ты нужна. Ты нужен. Вот, теперь нужно попробовать. Ну, вряд ли получится у меня максимальный гейдж сделать, но хоть что-то, если получится, уже неплохо. Зеленый должен, по идее, триггернуться раньше, чем нулифайр. Да, триггернется прямо сейчас. А вот желтый черт знает. Скорее всего... Ну, он позже триггернется, конечно. Ну, ладно. Пофигу. Должно хватить.